Хотел сказать большое спасибо за поддержку в прошлом видео. Буду стараться делать еще больше и качественнее. Так, ну все, я здесь, я немного так не стрижен, бородатый. Так что я сегодня приблизительно хочу ответить на несколько вопросов, которые вас интересуют. А, к сожалению, насчет видео, которое я обещал с бородатым выкинуть, ничего не получится, скорее всего, потому что у меня тот телефон сгорел. Сейчас я себе приобрел новый, поэтому информации и памяти нету. По поводу видео, да, мне может получится у друга, у кого-нибудь вытащить видео, потому что меня снимали. Лората крюк, честно сказать, я не попробовал его крюк, потому что он был слишком уставший. Передо мной его много людей помучило. По поводу лората мы сказать пока нечего. 21 год еще можно выступить, да. Но это будет последний год. Так, на золотом туре я не боролся, потому что я после мира получил микротравму. И я сейчас на следующий год хочу готовиться. Поэтому не стал там выступать, чтобы лишний раз не травмировать связку свою. Сейчас будем готовиться усердно на Латошино, а потом будем на Россию. Спартак, тебя спрашивают, куда ты готовишься. Мне тоже интересно просто. В итоге серьезно, куда ты готовишься? Он, короче, на 19-й год готовится, так что ждите, наблюдайте, где он будет. Вам сюрприз сделает всем. Чафи и Ливана, вот это на самом деле достойный армфайт. Я бы хотел наоборот его увидеть больше, чем, например, армфайт Ливана с Цыпленковым, потому что Цыпленков сейчас первый номер, и чтобы до него добраться, я думаю, вот надо провести лучшего, выяснить, кто из них будет лучше, то есть либо Чафи, либо Ливан, а потом уже сделать как финал для Цыпленкова, чтобы уже бороться за титул чемпиона мира абсолютной категории. Хотя сейчас там все может поменяться, сейчас будет топ-8, и все будет по-другому. Не знаю, кто в рейтинге будет на первом месте, потому что там все достойные спортсмены. Но, конечно, фаворит там Цыпленков Денис, об этом, наверное, все знают. Так что мне бы интересно было посмотреть на Ливана с Чафи. И хотел бы посмотреть, как себя поведет Гена с Трубина. А вот наш. Здравствуй, мир! А мы чемпион мира за тяжелой атлетикой. Я капитан Крэш никогда не закрывал. Вообще это не мое. У меня связки настолько надорваны, что вот капитан Крыш и Спандеры для меня как бы это очень тяжелое упражнение. Я могу поработать на ручках, как бы на скручивании, там то же самое гриппы, то же самое ручек всяких, но капитан Крыш это для меня слишком жестко. Не знаю, он опять пришел в зал, вот это, наверное, первая тренировка его за год. И там, наверное, может быть последний, никто об этом не знает, кроме него самого. Ну, не знаю, у него пока нет мотивации, мне кажется, куда-то готовиться, поэтому не могу ответить на этот вопрос. На Россию он готовится или куда?
Насчет блинов я все время, блин, ну я же не скрываю, блины сейчас я покажу. Вот они, смотрите. Вот блин. Вот сколько он весит, 2,5 килограмма. Ну неужели, как вы думаете, 25 килограмм кто так поднимет? И с легкостью смеять 25 килограмм угол, ну это очень тяжело, конечно. Раньше было скучно, я даже не готовился на чемпионат мира. И на Европу тоже особо не готовился. Были даже такие чемпионаты мира, которые я выигрывал. И в интервью я всегда говорил, что мне стыдно за тех спортсменов, которые проиграли, потому что я вообще был не готов, и они меня даже... Я не знаю, с чем это было связано. Мне кажется, больше всего мандраж играл в этих спортсменов. Но сейчас мне уже интересно, потому что все стали бороться. Нету такого, как раньше, если кто посмотрит, раньше поединки какие были, многие отдавали, не боролись. А сейчас, во-первых, и возраст, во-вторых, уже таким неподготовленным, как в прошлом году, я не поеду. На прошлый год я тоже рассчитывал, что может быть получится опять. Даже, думаю, не первая за тройку зацепиться. А сейчас как бы уже все, я готов. Так, давайте, наверное, всех интересует какое-нибудь упражнение на кисть. Спартак, покажешь от себя пару упражнений на кисть? Не-не-не, на кисть покажешь 2 упражнения? Да. Ну да, туда обратно. Да, короткое движение, то есть не надо его до конца сгибать, да, кисть? Ага. Так, давай второе упражнение теперь. Это поближе, да, снимем? Подожди, подожди, я пока. Ставим в исходное положение, да, чтобы я это заснял пока. Стой, не двигайся. А ну, с другой стороны. То есть немного сгиб давления идет на пальцах. В исходном положении, да. А в движении получается немного сгибаем кисть, чтобы одновременно работала кисть и пальца на движении. Разворот именно вот такой, что ли, да? Вот себе, ага. Понял. Ну давай. Спрашивают, почему ты не выступаешь на турнирах? На турнирах почему не выступаешь? Самому не смешно. Возможности. Короче, Спартак такой деловой занятый человек, что у него 2 часа в день нет. Ну, сейчас обидится, вообще зал не придет. Так, ну такие у нас гантели есть, самодельные. Вот это вес гантели. 28. А, так. Самая большая гантель у нас, и вот здесь большие гантели. Самая большая у нас. Давид, а ты будешь выступать на чемпионате России? А когда ты готовиться начнешь на чемпионат России? Может, вам перед пацанами не пока представить, и вы тренировки начнете, а? Да,
следующий раз более подробно буду показывать. По поводу голосования.